Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. В продолжение вчерашнего разговора по поводу мероприятий. Расскажу вам историю про одного человека, достаточно опытного сетевика, результаты которого я точно знаю. Вот доподлинно известно мне, как он работает и какие у него результаты. Он занимается бизнесом, который помогает людям уменьшить... Короче, он продает продукты, связанные с использованием топливных материалов. Экономия топлива, уменьшение вредных выбросов в атмосферу от автомобилей, увеличение мощности двигателя, защита двигателя от некачественного топлива. Вот основные характеристики продукта, того, что делает его продукт. 5-6 месяцев он занимается этим бизнесом. Опытный человек достаточно. И у него результаты такие. За вот эти 5 с небольшим месяцев в его группе 3400 дистрибьюторов. Он сумел развить такую организацию. В первый месяц у него было, включилось в бизнес благодаря его усилиям и усилиям команды его 200 человек, потом 400. В среднем, вот я знаю его результаты, что в среднем в месяц у него в бизнес включается около 670-650 человек новых партнеров в месяц сейчас. Ну, ощущается, видимо, рост все-таки, надо понять, что 200 в первый месяц, 400 второй, а сейчас вот где-то 670. Примерно 20-25 человек в день в среднем за вот неполные полгода. А за это время у него стабильно растет чек от товарооборота, который стабильно также растет. Растет количество дистрибьюторов, растет количество товарооборота, растет чек. В среднем он зарабатывает около 8 тысяч долларов в месяц сейчас, на 5-м месяце бизнеса. 1500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7, 8. Вот так у него растет чек. Это мне известно 100%. Вот. И что, за счет чего? Это вполне приличный результат. Вполне приличный результат. За счет чего? Один из важнейших моментов – это вот правильная организация мероприятий. Может быть, не совсем 100% эффективная, но все-таки работающая модель в бизнесе. Что он делает? Он проводит короткие презентации в интернете и вживую. Вот я вам расскажу о мероприятиях, которые он проводит вживую, то есть, ну, на земле, офлайн. Схема, модель такая, может кому-то пригодится. Неважно, какой бизнес вы ведете, можно применить эту модель. Я совершенно спокойно об этом рассказываю, потому что знаю, что каждый человек применяет тот прием, тот метод, ту методику, те способы ведения бизнеса и проведения мероприятий, к которым он привык. И проблема многих состоит в том, что они...